Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. У нас закончился турнир. Так, забираем свой приз. Смотри-ка, Лига Мастеров 3 звезды. Меня все-таки не скинули, прикинь, меня не скинули. Вау, то есть мы получим с тобой полностью фул награду, конечно же, друзья мои. Сюрикены, слэш, 50 ДНК. Так, 90 золотых осколков и 75 платины. Белиссимо. Других слов здесь нету. Ну что ж, давай тогда быстренько с тобой выполним сегодня ежедневки и сделаем арену. На моих часах 11 часов вечера, поэтому, ребята, буста, естественно, никакого не будет. Но хотелось бы, конечно же, рвануть куда-нибудь подальше. Поэтому давай не будем пока откладывать это в долгий ящик. В наш неудачный долгий ящик, так скажем. Пока я еще не расслабился, только с работы, ребят, пришел. Поэтому давай по-быренькому. В планах у меня, видишь, еще хотелось бы немножко поиграть в Драконы Всадники Олуха, если, конечно, я успею зайти в них, если вообще получится. И хотел пройти второе событие, которое мы вчера с тобой не прошли. Так, ну что, Донни, давай жги, жги, роднулька. Красавчик, красавец. Да, Донни знает, как поджарить наших противников. Ну что же, мы двигаемся дальше. И да, да, Воин 2 звезды, правда, позиция 84-я. То есть такой намек, что, наверное, со следующей битвы мы с тобой на 3 звездочки не попадем. Хотя, кто его знает, у нас же игра-то непредсказуемая. Мы же уже прекрасно в этом убедились. Ты надеешься на худшее, а лучшее само приходит. А когда надеешься на лучшее, фиг тебе по губам, как говорится. Ну что же, ладно, давай глянем. 3 звездочки нам дадут или нет? Ну? Да что ты? Далее, но здесь уже все, ребят. 99-я позиция. 100 ступенек вряд ли мы сможем с собой перепрыгнуть. Хотя в глубине души я надеюсь на это, если нам дадут 12-13. Но пока я не вижу, дают нам 11-12 эти супостаты буржуйские. Ну смотри, а. Не дают. Ладно, ребят, о, все-таки дали. Слушай, ну все равно, мне кажется, не дадут нам возможности перепрыгнуть. Хотя у нас уже 4 персонажа, и, соответственно, кубков будет намного больше. Ладно, не будем пока, как говорится, зарекаться, да, или на что-то там надеяться. Сейчас посмотрим, сможем ли мы перейти в элиту или все-таки мимо. Ну-ка. Вау, друзья мои, мы перешли в элиту, соточка. Соточка. Так, ну давай возьмем, наверное, 12-13, потому что 13-14, уж поверь мне, точно не дадут. Хотя, по логике вещей, должны, обязаны дать, потому что мы с тобой перешли все-таки, как говорится, в новый дивизион, да? Все-таки в элиту. Так что должны, но шансов, конечно же, мало. Опа! Леонардо Красавелла просто взял своей этой фляжечкой и всех накрыл медным тазом. Но... ну, здесь, ребят, понятно, здесь ожидать чего-то супер-пупер и не приходилось. Зато дают нам 12-14, и мы с тобой быстренько. Раз, два, три, четыре. Слушай, ну пока 4 бойца, нам 5-го не дают. Странно. Это очень странно, по идее, должны уже дать 5-го бойца, причем, по моим расчетам, как поединка 2 назад. Но это, опять же, дали бы мне, если бы мы с тобой начали бы с самого начала. То есть, как только откат у нас произошел, и мы начали играть, тогда бы мне дали бы. А сейчас, сейчас, конечно же, спустя, извини меня, 5,5 часов, какой может быть буст и какое может быть тебе ускорение, да? И какие тебе могут быть 5 персонажей на 4-м поединке? Так, дай-ка посмотрю, может быть, все-таки дадут. Ну, пока 12-14. 13-15, шикардос. Нормально. 13-15, то есть вот, ребятушки, вот и 5 бойцов нам здесь уже подсовывает. Сейчас пойдет дело. Сейчас полетим, как птичка. Ну-ка, Алапекс, давай. Уворачивается. Она мне, знаешь, кого напоминает? Я думаю, кого же Алапекс мне напоминает? Она мне напоминает ниндзю из Tower Conquest. Точно. Точно-точно, она мне вот почему-то сейчас в голову ударила. Вот, помнишь, там ниндзя у нас? Вот, и она вот чем-то мне напомнила. Особенно, когда начал вот эти вот от сюрикенов там избегать. Да, точно. Ну что, элита 3 звезды, шикарно, ребята. То есть самураи, не знаю, на следующем
Либо на этом поединке, да? Либо уже все-таки на следующем. По идее, должны захватить. Давай проверим. Так, у нас 56 уровень против 35. Думаю, шанс у нас есть. Причем шанс неплохой. Так, слабый, конечно, был удар. Если честно, давай-ка мы, наверное, Эйприл уберем с поля. Угу. Так, теперь массовая атака от Лео. Ну, минус двоечка тоже хорошо. И... бэмс. Чик-чик. Почикал. Почикал своими сами, да? Он Криса Брэдфорда. Ну что же. Двигаемся далее. Да что такое-то? В горле какой-то... в горле как будто комок стоит какой-то. Не могу даже это... как будто... говорю в трубу какую-то. Ощущение такое складывается. Так, ну что, давай, поехали, сделаем вот так. 35 уровень. Почему-то даже противник не повышается по левлу. Ну, с одной стороны, ребята, мне даже так и выгодно. Единственное, что я не могу понять, почему, когда у нас бежит черепашка, да, Рафаэль, вот этот вот маленький чомпи, он летает. Он летит за ним. Если ты, конечно, не обратил внимания, то можешь немножко отмотать, когда они бегут, и посмотришь, что чомпи летит за ним. А не сидит у него на плече. Странно. Ну что, а вот, ребята, и самураи. 46-я позиция. Ну, хотелось бы, конечно, добраться до Лиги Сёгунов. Что уж там, как говорится, греха таить. Хочется дойти. А кому не хочется? Я думаю, что таких нету, но... постепенно мы с тобой разрыв между нашим противником сокращаем. Уже 40-й уровень у наших врагов, а мы с тобой топчемся на 56-м уровне. Это не есть гуд. Так, давай-ка задебафим их. И волну. Я думаю, что это смертельная волна для всех. Ну, конечно же. Под дебафом, ребята, который дает понижение защиты, да? Понижение брони. Сдувается просто на изи. А мы уже с тобой в самураях две звезды. Самураи, две звезды. Шикардосик, шикардос. Так, 42 уровень. Ну давай попробуем все-таки своими силами пока здесь еще поиграть. Но как только они барьер перепрыгивают в 50, ребята, уровней, все. Отбой по слабочкам. Будем уже брать с собой довольно серьезных. Ну, хай-левелы пойдут у нас. Так, так, ну-ка посмотрим, как у нас кролик. Бэмс, кролик. Почему я назвал кролик? Какая разница, они же кролики, да? Ну, давай гидрантом. Тыч. Вот так вот. Молодец, Раф, красава. Так, самурай. Какая там? Ну все, самурай 3 звезды сейчас у нас уже будет в кармане. Попробуем сейчас выудить. А, нет, наверное не получится. Давай тогда возьмем 14-18. Вот. Я просто думал, что может быть 14-19, но понял, что нам здесь не дадут это. Нам этого не дадут. Так, давай, Рафаэль. Блин, я же про этого Рафаэля еще забыл. Нам же его качать тоже надо. Так, а вот здесь, наверное, попробуем все-таки майки ушатать, потому что он у нас хил. А не вышло ничего. Давай масуху. Тюх. Так, ну минус двоечка, шикарно. И ладушки. Все, ребят, по красоте. Мутагеноид меня здесь не подвел. Кстати, если кто не знает, что мутагеноид — это тот же самый Тимати. Да-да, тот же самый пульверизатор. Это его вторая форма. После того, как он не упал, а на него... Нет, он упал. Да, Тимати упал в мутаген и просто там растворился. Там от него остались, сука, по-моему, глаза, мозг и язык. Все. Так, выберите персонажа. Я что-то заговорился, ребята, и не выбрал. Ну что, 62-е и 70-е уровни против 42-х. Я думаю, шансы здесь у нас 100% на победу. Плюс без потери, как говорится, качества. Без потери каких-либо наших бойцов. Вау. Нормально. Круто. Ну и белочка в добивку. Бурундуки, точнее, да? Молодец, красавчик.
Так, ну что, я думаю, все гнуто мы с тобой сегодня забредем. Угу. И никуда они от нас не денутся. К тому же у нас еще есть персонажи. Мы уже перешли с тобой на 70 уровни против 50-х. То есть существенный разрыв, и нашим противникам ловить здесь нечего против нас. Карайка, почему ты никого не уничтожила? Ну, видишь, как паук на добивке работает. Просто берет свою паутинку, и все, кроме одного, падают. Ну, о да. Давно я так не радовался, ребята, что, что мы перешли в сёгуны. Давненько такого не было. Раз, два, три, четыре. Узнаю старого Рея, так скажем. А то мы с тобой все время где-то топчемся. Ну, все равно, ребята, дорогого стоило, да, что мы с вами сохранили позиции. Несмотря на то, что практически неделя была не совсем удачной. Прошлая, я имею в виду. И все-таки нас не скинули с Лиги Мастеров 3 звезды. Это вообще шикарно. То есть награда у нас фуловая, все отлично. Хотя мы заняли с тобой, там какое место у нас было? 80-е, по-моему, да? Или 70-е вроде бы. 30 ступенек. Могли скинуть нас просто на изи. Ну, сам подумай, я в 4 часа, ну, давай так скажем, в 5 часов я утра ухожу на работу, а откат в 5 часов дня. Ты посмотри, сколько времени я продержался на позиции. Это дорогого стоит. Не уступил никому. Вообще шикардос. Так, ну что, давай сделаем ураганчик, наверное, да? Так, ну все равно, вот он хоть кого-нибудь, но он все-таки не добьет. Хоть кого-нибудь. Ну. Так, чуть-чуть, да? Чуть-чуть не хватило, чтобы мы с тобой перешли. Ладно. Ничего страшного. Раз, два, три. Четыре, пять. Ну тут уже все, ребята, хай-левелы пошли. Тут можно даже, я тебе сказал бы, с закрытыми глазами играть. Потому что они будут любого рвать. Вот команда будет рвать просто любого. Давай ракетами, наверное, добьем тогда уже. Тыч. Нормально. Что там? РФК БР Манхэттен. Написано там на вывеске было. Так, 64-я позиция. Угу. А дадите мне 16-21. Нет, не хотят. Дают. Блин, дай-ка глоточек кофе употреблю. Кофе немножко уже подостыло. Ну да ничего страшного. Так, у нас еще будет один полноценный бой. Значит, мы с тобой все-таки перейдем в лигу сёгунов следующего ранга. Блин, что такое крепкое-то, ё-моё. Ух, переборщил, по-моему, с кофейком-то, я. Что-то крепкое. На ночь глядя, только крепкое кофе и пить. На тебе. Так, замечательно, ребят, идеальная победа. И смотрим результаты. Давай 30-ю позицию. О. Слушай, у нас, по-моему, все шансы есть сейчас перейти в Лигу Сёгунов 3 звезды. Давай проверим. Просто огромные шансы. Но завтра... Завтра нас уже скинут до Лиги Самураев, как всегда. Я не удивлюсь этому. Ни на йоту. Я. Молодец, Усаги. Добивка у тебя была великолепная. И смотрим, куда мы переходим. Переходим мы на следующий ранг или нет? О, да. Лига Сёгунов 3 звезды, 87-я позиция. Ну что же, вот такой у нас мини-бустик сегодня получился. Так, теперь можно смело выполнять ежедневные задания, да? А, так мы еще с тобой на второй... Я что-то думал, что мы уже на втором круге. Ничего подобного, ребята, мы еще только на первом кружимся. Ай-яй-яй-яй-яй. Это ж как так-то? Вроде так долго играем и всего лишь на первом круге. Ну, ничего не поделаешь. Давай бомбить. Так, что-то фиговенько как-то пошло. Хлоп. Тресь. Шлеп. Ну а здесь... А что здесь? Здесь масуха нужна.
Здесь, говорю, масуха нужна. И такой на защиту поставил. Ладно, пускай будет. Угу. Этот имел отложенную смерть. Так же, как и вон тот. Но сейчас им от ракетки плохо будет. Тиш. Ну вот, ребятушки, и прекрасно. Зергут. Так, давай здесь берем награды и поехали сразиться в поединках. Да не буду я. Кстати, нам хватает с тобой прокачать слэшика. Да, друзья мои, 98-я, хотел сказать позиция, 98-й уровень у него. Так, сразиться в легких боях, в сложных. Так, слэш у нас прокачан, да, по скиллам. Значит, теперь мы качаем кроликов. Но у нас есть два варианта. Либо мы качаем кроликов, либо мы качаем Рафаэля. Но я все-таки, наверное, ребят, в первую очередь кроликов прокачаю. Угу. Сколько там надо было ящиков? Блин, я что-то отвлекся и не посмотрел. Так, 5 ящиков нам нужно еще найти. Раз. Два. Три. 4 и 5. Ну вот они, 5 ящиков с инструментами. Так, прокачиваем до второй ступени. Рыбокроличья ракета мощь. Нифига название какое. Так, пленки с катушкой, да, нужны нам эти? Или катушки с пленкой? Катушки с пленкой. По-моему, тут, ребята, мы уже выполнили эти задания. Давай-ка заберем награды. Все. Что у нас на этой неделе на турнирной арене, ребята, разыгрывается пиццелицей. Такое себе. И вот Усаги против мощи, ребята. Рекомендую. Рекомендую вам получать Усаги. Так, ну что, сыр у нас есть. Я, ребята, пока, наверное, воздержусь от фарма жетонов, потому что у нас очень мало телепортов. И я как бы... Возможно, эту недельку мы с тобой не будем заниматься фармом. Подкупим чуть-чуть. Нам это пригодится. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!